Добыча камня с поверхности земли – это крупный бизнес. Большие машины и огромные рудники. Добыча камня – спорный вопрос. Но можно предпринять определенные меры для предотвращения неблагоприятных воздействий. Карьеры обычно расположены в сельских районах, где количество рабочих мест ограничено. Владельцы карьеров могут благотворно повлиять на экономическое и социальное благосостояние окрестностей за счет привлечения местных рабочих и проведения тренингов. Поддержка местных предприятий и способствование сбору налогов приносит пользу местному населению. Добыча производит большое количество материала, которое должно быть доставлено в другие места. Если каменоломня используют для транспортировки железные дороги или водные пути вместо автодорог, то это снижает стоимость перевозки и сокращает вред, наносимый окружающей среде. Карьеры могут также подлежать размерному ограничению. Это ограничивает их влияние на ландшафт, а также на уровень извлекаемой добычи. Добыча камня может вытеснить другие отрасли, такие как сельское хозяйство или туризм, по причине использования местной земли и труда. Однако отработанные карьеры могут использоваться для борьбы с этим последствием. Владельцы карьеров могут сотрудничать с сообществами с целью преобразования неиспользуемых участков. В Австралии песчаные и гравийные карьеры Пенрита были превращены в озера для туризма и спорта. Когда гранит в этих шотландских карьерах закончился, его владельцы предоставили рабочую силу и оборудование для превращения участка в социально-исторический объект. На самом деле, рекультивация карьеров – это идея, существовавшая многие десятилетия. Сады Бутчарта в Ванкувере успешно восстановлены из известнякового карьера. Впервые они были превращены в затонувшие сады в начале 1900-х годов женой владельца карьера. Имея более 50 тысяч посетителей в год, сад славится своими круглогодичными выставками цветов. Проект «Эдем», выполненный в заброшенном глиняном карьере, является одним из самых авантюрных примеров рекультивации карьера на сегодняшний день. Обеспечив множеством рабочих мест, он стал туристической достопримечательностью. И ярким примером того, что негативное воздействие карьеров может быть минимизировано.